7:20, прямой эфир ТВ5. Добрый вечер всем. Меня зовут Андрей Мамыкин. Это программа «Без цензуры». Сегодня гость у нас — это руководитель отдела по отношениям со странами Прибалтики Института стран СНГ, что находится в Москве, в России, политолог Михаил Александров. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу вас спросить вот о чем в рамках онлайн-опроса. В последнее время латвийские политики опять, особенно правые и там правоцентристские, заговорили о том, что не худо было бы России попросить прощения у Латвии, и вот тогда сразу отношения наладятся. А я вас хочу спросить, должна ли Россия просить прощения у Латвии? Если вы считаете обязательно, потому что без покаяния нет прощения, 905-01-321, это телефон для вас. Если вы считаете ни в коем случае, потому что русские никогда не встанут на колени, 905-01-322. Но если вы полагаете, что ровным счетом все наоборот, Латвия должна извиниться перед Россией, 905-01-323, последний телефон, он, соответственно, для третьей позиции. Ну и пишите, звоните по известным вам номерам, они в конце нашего титра, в прямой эфир, потому что этот эфир прямой. Знаете, я вот споткнулся, даже вас представляю, господин Александров, руководитель отдела по отношениям со странами Прибалтики. Вот не со странами Балтии, да, а Прибалтики. То есть Литву, Латвию, Эстонию именовали ровно так, как именовали в советское время Литовскую ССР, Латвийскую ССР и Эстонскую. Это сознательно? Ну или просто так, просто привычнее? Сознательно, да. Сознательно. Это долго обсуждалось между мной и директором института стран СНГ Константином Затулиным. И он считает, что да, это должно быть Прибалтикой. Я ему дал, кстати говоря, несколько вариантов, включая страны Балтии, но вот его позиция такова, что Прибалтика было бы правильно, вот, потому что и в Российской империи, в Советском Союзе этот регион назывался Прибалтикой, и нам нет никакого смысла следовать за западными стереотипами и, так сказать, называть таким образом Балтию. Ну, при этом многие же так называют. Официально страны так себя идентифицируют. Ну, вы знаете, на русском языке. Да, я согласен. Ну, понимаете, это еще с давних пор идет, когда Запад в противоборстве с Россией пытается даже терминологическую войну вести. И вот, допустим, такая же ситуация сложилась в Закавказье, которая вот с подачи западных политологов стала называться Южный Кавказ. Да. Не Закавказье, а Южный Кавказ. Потом это сложилось и в отношении государства СНГ, которые на Западе получили название «Новые независимые государства». То есть постоянно идет вот эта терминологическая война, и коли уж она нам навязана, почему же мы должны сдаваться и, так сказать... То есть ученые будут воевать даже, так сказать, при помощи терминов? Ну, это так всегда и было, на самом деле. В политологии это часть политики, и приходится следовать правилам игры. То есть вы, значит, убежденный сторонник современного путинского курса и другим себя, другую роль для себя не видите? Ну, я сторонник путинского курса, да, пока этот курс правильный. Вот, если этот курс будет неправильный, я не буду сторонником. Слушайте, ну я боюсь следующий вопрос вам задавать. Признаете ли вы советскую оккупацию? Нет, не признаю. Типа, пора заканчивать интервью и уходить. Ну, почему же? Это гораздо огромное количество вопросов, которые можно обсуждать, помимо вопроса об оккупации. Хорошо, а почему вопрос оккупации не признаете? Советские танки вошли в 40-м году? Вошли. Понимаете, танкисты на каком языке говорили? На русском. Оккупация — это когда в ходе военных действий захватывается территория. Не такого всегда. Не в нашей всегда. Истории не было. Вот. Латвия сознательно, добровольно сдалась под давлением, никто не спорит. Ну, общепризнанный термин в таком случае — это аннексия. Россия признала аннексию. Никто с этим не спорит, собственно говоря. Поэтому зачем же мы будем вводить термин оккупация, когда уже есть официально существующий термин аннексия? А вот почему, на ваш взгляд, вот латвийские, эстонские политики, литовские так, ну, сильно, они не просто верят, что они бьются за то, чтобы Россия признала оккупацию, там, повинилась. Ну, вот, ну, это, значит, это важно для местного истеблишмента? Значит, это чем-то продиктовано? Ну, или как? Или они марионетки все в руках американского, я не знаю, дяди Сэма? Ну, вот частично марионетки, конечно. Особенно та часть прибалтийской элиты, которая после Второй мировой войны села на Западе и потом вернулась сюда уже в роли правящей такой группы. Вот, они марионетки, безусловно. А местные, ну, они как бы следуют в фарватере той линии, которая навязана вот этой группой прозападной. И не видят никакого другого пути, видимо, на данном этапе. Хотя мировая ситуация меняется,
соотношение сил в мире меняется. Ну, вот так вот слепо следовать такой прозападной линии, по-моему, уже контрпродуктивно, даже с точки зрения вот, коренных народов этносов Прибалтики. Вот. Что касается вот, оккупации, что вы спросили, почему так бьются? Я думаю, потому что вот эта терминологическая разница, она влечет за собой определенные политические последствия. Потому что с точки зрения международного права до Второй мировой войны аннексия не считалась международным преступлением. То есть были законные формы аннексии, которые признавались. А оккупация — это уже совсем другая статья. Поэтому вот и идет эта борьба. Ну вот вам-то, я полагаю, Владимиру Владимировичу Путину нетрудно произнести слово «оккупация» ртом, губами, оттуда, чтобы слово вылетело. А это же, может быть, как только он это слово произнесет, кардинальным образом поменяет отношения Латвии и России, улучшит их? Да нет, я думаю, напротив, ухудшит, потому что за этим последует череда последствий. Каких? Например? Значит, уже будут законные требования о компенсации, о реституции. Вот. И это только ухудшит отношения, потому что, естественно, Россия не будет с этим соглашаться. Но уже, так сказать, подключатся и всякие международно-правовые институты. Я думаю, это как раз наоборот. Народы Прибалтики подталкивают по такому пути, что вот конфронтация, которая сейчас имеет место, чтобы она увековечилась, чтобы она продолжалась бесконечно, чтобы не было никакого сближения между Россией и Прибалтикой. Вот для этого выдумываются все новые и новые способы. И вот вопрос об оккупации — один из этих способов. 6735-7431 – это способ, как дозвониться в прямой эфир. Александр с города Добыла звонит нам прямо сейчас. Александр, слышите? Добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я вот хочу вот сказать такую вещь, можно сказать, геополитическую. Вообще-то нас, Советский Союз, можно сказать, Российская империя, нас сдала. В общем, потеряли в 91-м году территории больше, чем во время Великой Отечественной войны. И вот как вот сейчас Россия себя морально чувствует, когда 30 миллионов русских сдали, можно сказать, если честно, в Латвии, вообще националистическим режимом нас сдали. И теперь вот это самое еще, тут некоторые политологи говорят, что это самое, это все, это историческое развитие, просто было предательство со стороны Горбачева. Вот объясните, пожалуйста, такую ситуацию. Спасибо, Александру. Ну, я думаю, со стороны Горбачева действительно имело место предательство. Это вообще беспрецедентный случай в мировой истории, когда правитель добровольно сдает позиции своей страны международной без каких-либо серьезных причин для этого, только потому, что он хочет изменить систему международных отношений, международную политику идеологически, что, значит, все уже будем дружить, у нас врагов нет, значит, что давайте мы интегрируемся в Европу вот просто так, с кондачка. И на основе вот этих рассуждений, достаточно умозрительных и примитивных, нереалистичных, скажем, утопических, этот человек идет на уступки Западу, вначале сдает Восточную Европу, а потом и поддерживает развал Советского Союза. Я, кстати, сам был в Прибалтике в 89 году, я приезжал в составе российско-американской делегации, там были американские бизнесмены, и были люди со стороны официальных учреждений России, я вот представлял МИД СССР, там были люди из ЦК ВЛКСМ, из научных институтов. И вот здесь уже в 89 году я с удивлением обнаружил, что представитель ЦК ВЛКСМ, занимавший пост, по-моему, заведующего отделом, я не помню, как его зовут сейчас, но он говорил местной аудитории в присутствии американцев, что Прибалтика отделится от Советского Союза. Ну, вы подождите немного, там пару лет, и она отделится. Чего вы беспокоитесь? Прав был комсомолец. Комсомолец прав. Не то, что был прав, а он знал, в чем состоит политика Горбачева, политика Яковлева по тому, чтобы отдать Прибалтику Западу. Вот это примитивно, вот так вот была политика. Я как представитель МИД, для меня это было дико. Я думал, человек не понимает, о чем он говорит. А теперь, с учетом всего материала, который мы знаем, мне понятно, что он просто знал, какова политическая линия Горбачева, и ее отставил. А вы в МИДе не знали? В МИДе Советского Союза. А мы в МИДе не знали. Мы в МИДе
последовательно отстаивали национальные интересы. А Горбачев за нашей спиной, значит, ну он же руководитель, он делал все, что хотел. Хорошо, если это такая ошибка, да, выход, распад Советского Союза, Путин даже как-то сказал, это одна из там крупнейшая геополитическая трагедия, да, трагедия, да, 20-го столетия, да, то ошибку, вероятно, можно исправить. Давайте восстановим Советский Союз, и всем будет хорошо, господин Александров. Понимаете, Советский Союз надо было реформировать, с этим никто не спорит, потому что та система, которая существовала тогда, она исчерпала свой потенциал, надо было развиваться по-новому, нужна была рыночная экономика, безусловно, нужна была демократическая система, но разваливать страну не было никаких оснований, понимаете, в чем дело. И в этом была, так сказать, не ошибка, а действительно предательство Горбачева. Вот. Ну, коли сейчас так произошло уже, что Советский Союз распался на союзные республики, ну, восстанавливать его каким-то силовым путем, видимо, было неправильно. Но мы поддерживаем интеграцию на постсоветском пространстве. Вы знаете, сейчас существует проект Евразийского Союза, который реализуется. Вот. И со временем, я думаю, это будет такой новый современный союз республик, свободных и независимых республик, как прям первую строчку советского гимна сейчас почти. Как Евразийский Союз. Как Евразийский Союз. То есть, как Европейский Союз, извиняюсь. Но это будет единое государство, федерация, конфедерация. Это будет союз государств. Ну, то есть это опять-таки не будет единым государством. Это не будет единым. Понимаете, Советский Союз изначально он замышлялся как союз государств. А потом он стал единым государством. Вот было две концепции. Была концепция Сталина, чтобы произвести автономизацию союзных республик, то есть включить их в состав РСФСР. Если бы это было сделано, то, конечно, страна бы не распалась. Вот. Но этого не было сделано. Победила ленинская точка зрения о том, что будет союз свободных республик, как вы говорите. Да? Вот. И этот союз должен был сохраняться в той форме, как союз. А вместо этого потом де-факто его превратили в централизованное единое государство. Кто превратил? Ну, партия, правительство. Людмила превратила наш эфир в глаз народа. Людмила из Риги. Прошу вас, добрый вечер. Людмила, здравствуйте. Людмила, здрасте. Алло. Алло, Людмила. Алло. Добрый вечер. В силу моей профессии в 80-х годах мне попало в руки... ЦСУ, Центральное статистическое управление, которое говорило о том... о ВВП на душу населения по республикам. Так вот, Россия в России на душу населения, ВВП составляла 3%. В Латвии на душу населения ВВП составляло 81%. Ого, это прям такие цифры? Прямо так и пи. Это четкие цифры были Центрального статистического управления. Поэтому я считаю, что Латвия должна просить прощения у России, поскольку за 20 лет все уничтожено было то, что Россия вложила в Латвию. Да, а и может наоборот, может они за счет того, что нас в Латвии оккупировали, они и естественно, там тоже свои 3% получили. А так бы у нас было 84%, а так 3% в Россию ушло. Шутка не прошла. Людмила нас больше не слышит. Спасибо за звонок. Могла быть, я вообще, честно говоря, немножко скептически. Могла быть такая большая разница в пересчете ВВП на душу населения? Мне вообще все непонятно, как ВВП на душу населения можно мерить в процентах. Мне совершенно непонятно. Я знаю одно. Я знаю, что уровень жизни в Прибалтике, в Латвии в частности, был выше, чем в Москве. А сейчас наоборот. Сейчас в Москве, конечно, значительно выше уровень жизни, чем в Прибалтике, в любой из прибалтийских стран. Это наглядный показатель того, вот, кто куда ушел, кто двигался в каком направлении. Знаете, что вас спрашивает человек с ником Шалим? Скажите, вот почему бы России не признать ошибки за Советский Союз и начать просто новые отношения? Так, как это сделала Германия после Второй мировой войны, которая сегодня уважительное отношение во всем мире. Ну, Германия, начнем с того, что была агрессором во Второй мировой войне, которая причинила огромные страдания человечеству. Политика, которая была осуждена Нюрнбергским трибуналом,
Поэтому Германия извинялась. А Россия, наоборот, была страной-освободительницей, которая Прибалтику в том числе освободила. Вот. Поэтому говорить о том, что Россия должна за что-то извиняться, мне непонятно. Наоборот, прибалты должны России спасибо сказать, что она не оставила их под немецкой оккупацией, а то сейчас никаких эстонцев, латышей и литовцев не было бы. А был бы такой район Рейха, вот, где были бы рабы в лице латышей и эстонцев. А остальное население было бы немецким. Вот. Слушайте, ну вот очевидцы вспоминают, что в, так сказать, годы немецкой оккупации, в 1941-1944 году, отношение к местным было сильно лучше, чем в советские времена. В 1940 году или там 1946 и дальше. Ну какая ерунда. Тут даже автономии не было никакой здесь. Немцы всем командовали. Могли что хочешь сделать с местным населением. Были разные права у немцев и у местного населения. А разве такое могло быть в советской? А в советское время были депортации в 1941-1949. Многие были высланы, многие не вернулись. Многие вернулись с подорванным здоровьем. Это очень незначительные по численности депортации. Но это что же люди? А потом некоторые депортации, вот я посмотрел, депортация июня 1941 года. Там, допустим, 30% депортированных — это евреи. Значит, евреев эта депортация фактически спасла, потому что если бы они остались здесь, то они бы, конечно, были бы уничтожены. Вот. Так что некоторые депортации, они даже полезными оказались, понимаете? Слушайте, я просто боюсь вас дальше спрашивать, потому что был до вас такой человек по фамилии Колеров, Модест зовут. Слышали? Слышал, встречали? Слышал. Даже лично знаком. Да вы что? Вот он тоже пришел. Он меня консультировал перед поездкой. Да? Что можно говорить, что нельзя. Так вот, он говорит примерно то же самое. Нет. И раз и дрогнула рука у министра Ренкевича в нашем Министерстве иностранных дел, внесли его в список невъездных, ну, и все. Ну, Колерова внесли в список за подрывную деятельность. Я пока никакой подрывной деятельности не вел. Вы прославляете советскую оккупацию. Понимаете, ничего, и коммунистический геноцид. Мы еще даже не договорились о том, была оккупация или нет, а вы говорите, что я что-то прославляю. Вы сказали, нет, не было. Вот именно, не было. А как же я могу прославлять то, чего не было? Верно. Давайте прославим имя Александра из Риги. Он тоже звонит нам по телефону. Александр, прошу вас, добрый вечер. Александр. Александр. Алло, здравствуйте, добрый. Здравствуйте. Алло, день добрый. Добрый день. Вот у меня такой вопрос есть, как бы, ну, маленький, ну, не то что комментарий, скажем так, поезд ушел уже после развала СССР, и, ну, мне кажется, достаточно сложно войти дважды в одну и ту же реку. Возможно, какая-то интеграция, вот, о которой вы говорите, ну, это все, конечно, ну, то есть должны быть какие-то концепции. Вот у меня вопрос по Евразийскому союзу, который вот говорил, ну, да-да, пожалуйста, не помню, как ваша фамилия. Ну, смысл такой, что в настоящее время, собственно говоря, в России происходит быстрое сокращение славянских популяций. Ну, скажем так, вот, собственно говоря, русских и того, кто называют славянами. И идет, которое, ну, во многом как бы даже при поддержке, скажем так, государства, получается так, что идет замещение фактически. Тогда о каком принципе будущем России можно говорить как таковой? Как именно этнос, вот, ну, скажем так, государство образующих? Да, спасибо большое. Но... будет такой российский халифат, и будет Великая, да, Чечня. Нет, ну, это, от, знаете, Калининграда до Владивостока. Это довольно такие представления, основанные скорее на страхах. Если с фактами в руках изучать ситуацию, то ничего подобного нет. Вот. И, кстати говоря, такие государства, потенциальные члены Евразийского союза, как Киргизия и Таджикистан, в общей сложности составляют всего 11 миллионов человек. Причем 10% в Киргизии составляет русское население. Какого-то халифата для 142-миллионной России, вот с прибавлением такого числа нерусских народностей, просто невозможно. Ну хорошо, но Александр-то спрашивал и о том, что просто русские как нация вымирают, смертность по-прежнему выше, чем рождаемость. Ну это опять-таки ошибочная точка. А, например, в Дагестане, в Чечне рождаемость прекрасная. Ну, в Дагестане, в Чечне там 1,5-2 миллиона человек максимум проживает. Опять-таки, это какая-то мифическая угроза. На самом деле, что возмущает русских вот в Москве, в других русских регионах России, это вот, конечно, такое беспардонное, наглое поведение представителей кавказских диаспор,
Это, кстати, не всех людей касается. Есть кавказская интеллигенция, вполне образованные, добропорядочные люди, с которыми приятно иметь дело. И я, когда был заведующим отделом Кавказа, очень много общался с представителями Кавказа и знаю это не понаслышке. А вот действительно такая разнузданная молодежь, которая приезжает в Москву, в другие русские города, хамски себя ведет, пристает к девушкам. Это действительно проблема. Это проблема, и причем проблема, которую власть очень неохотно в России решает. Потому что боится вызвать, значит, недовольство кавказских народов. Но в результате она вызывает недовольство русского народа. Поэтому все-таки и придется эту проблему решать. То есть принцип тут один, что все равны перед законом. Любое преступление должно наказываться, независимо от национальности. Вот. Я думаю, это будет в ближайшее время сделано, потому что четкий поворот в политике Владимира Путина был сделан вот перед выборами в прошлом году. И сейчас вот последнее заседание по национальным вопросам, которое имело место, там специально на несколько случаев вот таких конфликтов в Ставропольском крае было указано, после чего были приняты соответствующие меры в отношении нарушителей из Кавказа. А что значит были приняты соответствующие меры? Это прям они были задержаны. Они были задержаны, против них были возбуждены уголовные дела. А до этого милиция... А милиция почему боится реагировать? Потому что раньше, вот в начале 2000-х годов, задержание кавказца могло привести к тому, что человек лишался должности. Вот какой-то начальник милиции там. А сейчас, значит, не лишается. А сейчас уже политика меняется. Но еще вот эта инерция, это страх, он остался. Конечно, никто не хочет свою должность потерять. Поэтому они все-таки осторожно действуют. Ну, если вот политика будет продолжаться как сейчас, я думаю, этот страх будет преодолен и будут действовать соответствующим нормальным образом правоохранительные органы. Вот, так что никакой угрозы, значит, вытеснения русского населения нету. С другой стороны, сейчас вот демографическая ситуация улучшилась в России. В прошлом году впервые вот с 91 года рождаемость превысила смертность. Благодаря Дагестану и Чечне? Нет. Был специальный анализ, и эти тоже, и в славянских регионах тоже увеличилась рождаемость. И смертность стала меньше рождаемости. Поэтому тенденция сейчас благоприятна. Это в значительной степени благодаря мерам поддержки семьи, которые приняты российским руководством. Если эти меры еще усилить дополнительно, то я думаю, это даст очень сильный позитивный эффект. Вот. А если еще будут объединены три славянских государства, Украина, Россия, Белоруссия, то это вообще полностью изменит баланс, и никакие, так сказать, опасения относительно вымирания славянского населения не будут оправданы. Господин Александров, поезжайте-ка во Львов или в Тернополь и говорите-ка, скажите-ка там про объединение Украины с Россией и Белоруссией. Что вы услышите в ответ? Ну, я знаю, что услышу. Галиция — такое противоестественное образование на теле славянской общности, потому что там было уничтожено в период Первой мировой войны все промосковское население. И заселено, этот район был заселен галичанами, которые входили в состав Австрийской империи. И вот у них уже, конечно, антирусский менталитет, антимосковский менталитет. Когда Сталин присоединял Восточную Галицию к Украине, это была политическая ошибка. Конечно, не надо было ее присоединять. Ну, тогда бытовала такая концепция, что вот все перемелется, значит, все быстро ассимилируются, и все будет нормально. Эта концепция большевистская провалилась. Вот. Ну, что поделать. Большинство Украины все-таки за союз с Россией. То есть вы за союз без Львовской и Ивано-Франковской области? Ну, если они не хотят, что ж, знаешь, без них будем. Если все-таки они подумают, прикинут, что лучше быть членом мощного процветающего союза, чем болтаться между Евросоюзом и Евразийским союзом, может, и придут. Вот так-то и краят карты Европы эти российские политологи. Реклама на канале ТВ5, и мы вернемся.
Добрый вечер, телеканал ТВ5, меня зовут Андрей Мамыкин, программа «Без цензуры» еще почти полчаса на ваших экранах. Политолог и исследователь Михаил Александров, он руководит отделом по отношениям со странами Прибалтики Института стран СНГ, что в России, еще почти эти 30 минут гостит в нашей студии, еще раз добрый вечер. Добрый. И еще почти эти же 30 минут вы можете звонить или участвовать в онлайн-опросе. Что хочу сказать вам, 180 голосов к этой секунде за позицию «Россия обязательно должна попросить прощения у Латвии, потому что без покаяния нет прощения». 493 голоса за противоположную точку зрения. Это Латвия должна повиниться перед Россией. А 40 человек сказали, что русские на колени просто не встанут. Голосование продолжается. Ваш голос нам важно получить и узнать тоже. Ну и кроме того, Мамикин, сайт ТВ5.ЛВ, адрес для электронных посланий. Пишите. Господин Александров, вот вы руководите отделом по отношениям со странами Прибалтики в институте стран СНГ. Ну ладно, страны Балтии вы обозвали советским кличкой Прибалтика. Так какое же тут страны СНГ? В отличие от Грузии, Литва, Латвия, Эстония даже не входили в СНГ никогда. Ну, правильно, но они входили в Советский Союз. Мы рассматриваем эту территорию как часть постсоветского пространства. Тот факт, что эти страны сейчас члены НАТО и члены Евросоюза, еще ни о чем не говорит. Как не? Это меня об этом и говорит. Потому что мы близки очень культурно, экономически, ментально даже, понимаете? То есть вот так взять и разорвать живую ткань ведь нельзя. А потом никогда не бывает в истории вечных союзов, коалиций. Вы же это прекрасно знаете. Вот и Советский Союз закончился. Да, спасибо, да. Пожили. Теперь мы правильно. В НАТО. Точно так же и НАТО не вечно, и Европейский Союз не вечно. Видите, уже Великобритания подумывает о том, чтобы выйти из Европейского Союза. Она Греция, непонятно, думает. Удержится ли Греция в еврозоне. Вот. Там нарастают на Западе очень серьезные негативные процессы. И, главное, серьезные аналитики не видят, как это реально можно остановить, эти негативные процессы. То есть будет изменение баланса мировых экономических сил, а за этим последует изменение баланса мировых политических сил. А это, как вы знаете, всегда ведет к изменению геополитической конфигурации в различных районах мира. Так что, как говорится, еще не вечер, и что будет в конечном итоге в Европе, никто не знает. Вот. И, по крайней мере, мы, так сказать, желаем поддерживать с Прибалтикой, с нашими бывшими республиками хорошие отношения. Не признавая оккупацию, вы, значит, эти самые хорошие отношения поддержите. Ну что вы привязались к этой оккупации? Да это же просто же, это основа основ и квинтэссенция квинтэссенции. Ну это у недалеких людей основа основ. Прибалтика в составе Российской империи с 1721 года. За это время огромные здесь были сделаны инвестиции. Этот регион процветал. Вот. Россия столько много сделала для этого региона. Почему зацикливаться на каких-то двух годах? 40-й там частично 41-й. Это не два года, это 50. Это нет, много. Понимаете, уже в 44-м году Советский Союз освободил Прибалтику. Он спас народы этого региона от уничтожения. Понимаете? То есть всего два года вот эти противоречивые, которые были в наших отношениях, ну, на фоне всего огромного периода, когда мы жили вместе. Ну, это же мелочь, надо об этом забыть просто. Смотрите, вот о ментальной близости. Айна пишет вам. Айна пишет. Видно, человек латышский, да, пишет латиницей, но по-русски, с ошибками, но по-русски пишет. Почему многие русские гадят на Латвию, но почему та же Россия их не интересует? Могли бы же ехать на этническую родину. Эти люди совсем без родины. Типа, наш адрес не дом, не улица, наш адрес Советский Союз, спрашивает вас Айна. Ну, Айна не понимает одной простой вещи, что русские находятся здесь, в Латвии, на своей этнической родине. Что славянские племена проживали здесь тысячи лет назад вместе с балтийскими племенами. И утверждать, что вот это только этническая родина латышей, совершенно неправильно. То есть люди здесь у себя дома. Почему они должны куда-то ехать? Это что, значит, вот пришли некоторые люди, говорят, вы уезжайте отсюда. Потом придут, скажут, вы уезжайте из Петербурга. Потом придут, скажут, вы уезжайте там с Дальнего Востока. И куда ж русским деваться? Если все время уезжать из того места, где ты исконно живешь, так скоро вообще нигде жить не будешь. Поэтому я считаю, что и не должны русские уезжать, они должны здесь жить, у себя на родине. Латыши должны это понять и строить с ними нормальные отношения, если не получается дружеские отношения, хотя бы партнерские отношения. Вот смотрите, пишет Олег, со славянской фамилией на русском языке,
который здесь живет, для которого здесь родина. Мне, как русскому человеку, живущему здесь, очень странно слышать такие вальяжные слова гостя о депортациях, например, дескать, да я вас умоляю, о чем вы говорите. Я, пишет Олег, ненавижу латышских популистов, пустозвонов, которые во всем винят русских и каждую новость могут повернуть к тому, что русские оккупанты виноваты во всем. Но, продолжает Олег, я хочу встать на защиту здравомыслящих латышей, чьи родственники были высланы. Как так можно говорить, что это кого-то спасло? Конец цитаты. Ну, я имел в виду определенную категорию, это речь шла об евреях, которые в 1941 году, в июне, были депортированы в Сибирь. Согласно исследованию, достаточно большое в процентном отношении количество депортированных было, и их это действительно спасло. Это признают даже сами некоторые из тех, кто был депортирован. Вот. И что тут удивляться. Были депортированы те, кто мог среди латышей, и, кстати, русских тоже, из состава белогвардейцев, кто мог с точки зрения властей того периода представлять угрозу на случай войны с Германией. Ну, можно это осуждать, конечно, сейчас, с нынешних позиций. Вот. Но мы знаем, что и другие страны, и Соединенные Штаты, и Великобритания действовали аналогичными способами. Ну, что поделаешь, такие жестокие были времена. Инга пишет. Тоже с латышской фамилией Инга, но пишет по-русски, кстати, без ошибок. Уважаемый политолог сидит в студии латвийского телевидения и смело критикует нашу страну. Назовите, пожалуйста, российский федеральный канал, на котором можно было бы осудить политику Путина. Спасибо. Вы знаете, вот что-что, а политику Путина осуждают тут на десятках российских каналов и критикуют Россию на российских каналах гораздо больше, чем хвалят Россию на российских каналах. Я уже некоторые каналы российские просто смотреть не могу, потому что там такая чернуха идет в отношении собственной страны, что невозможно слушать. Но это маленький кабельный канал юго-запада Москвы? Нет, там, это а да, на центральных каналах. На Первом канале? Вы посмотрите сумасшедшие передачи всяких клоунов и шутников, которые постоянно издеваются над русским народом. Латышам здесь такое не снится. Инга говорила о политической, публицистической, комментарийной программе, где вы бы могли выступить как эксперт, не как клоун, не как Хазанов, а как эксперт, и сказать, я осуждаю политику Путина за то-то и то-то. Если, конечно, вы ее осуждаете, у вас не будет такой возможности сказать. Почему у нас телеведущий Познер недавно, против него Госдума даже специальный закон хотела принять, потому что он назвал Госдуму госдурой. Он оговорился. Я смотрел эту запись, он оговорился, действительно. Нет, он не мог он оговориться, он все продуманно говорит, и Познер постоянно критикует и политику государства, и причем он ведущий, еще зарплату за это получает. Я хоть от латвийского государства не получаю зарплату, а он получает зарплату. Слушайте, а взяли бы? Взял бы, честно. Давайте договоримся. Вы будете осуждать... Вы хороший такой агитатор, пропагандист. Осуждать будете советскую оккупацию, мы вам заплатим. У меня министр иностранных дел, мой любимый политик, я договорюсь. Давайте, с ним. Давайте, вот организуйте мне встречу с Ринкевичем, и мы обсудим конкретные условия контракта. Я вам пока могу организовать только телефонную встречу с Людмилой, с Ларисой, прошу прощения, из Риги. Ларис, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, косвенно, по поводу передач, просто очень поздно идет, вот этой вашей девушке посоветуйте посмотреть программу, например, «Поединок», где там крестят Путина с разными словами и никого за это не сажают. У нас это, о таком можно только мечтать. Значит, по поводу, вот, кто перед кем должен извиниться, да? Вот если бы вот так же аналитически, как вот сейчас вас гость говорит, выступили латвийские историки и политологи, то тогда бы мы услышали анализ, как это нецинично звучит, вот этот взаимозачет, начиная с, значит, когда была создана система ГУЛАГа, которую создал наш земляк Берзинш, это, он, так сказать, у основ лежал. И если бы латышам объяснили, что русских выслали гораздо больше, чем латышей, и высылали латыши, в этом участвовали очень активно, об этом мы никогда не услышим. Потом дальше, допустим, если посчитать, сколько выслано относительно, ну вот, общего количества населения, сколько выслано в Сибирь, и сколько осталось живых,
то это ни в какое сравнение идет с теми цифрами, сколько уничтожены латышские легионеры. То есть об этом не говорится. Так как не говорится всей правды, поэтому и вот эта двойственность. Людям промывают мозги только, вот мы каждую неделю слышим об оккупации, об оккупантах. И почему-то специалистов, которые приехали уже после 40-го года, после оккупации, они жили в едином государстве, они приехали как специалисты, они никого не оккупировали. Вот на них сейчас отыгрывается вот эта пропаганда наша. И удивительно было услышать в Делфи вот осенью наш такой публицист Кристиан Розенвалд впервые от латыша, я услышала и прочитала о том, что его предположение, что латвийской интеллигенции, у нас, это я цитирую его, не я говорю, у нас просто нет. Те, кто себя считает представителем интеллектуалов, тоже заражены в Латвии карьеризмом, конъюнктурой и правилом «не высовывайся». Вот поэтому и все вот эти вот, извините, непонятки между Россией и Латвией. Если вот этот взаимозачет произвести, вот я говорю, это цинично, но тем не менее, Россия гораздо больше пострадала. Поэтому не идет речь об извинении, надо научиться вместе жить. Вот и все. Спасибо вам большое, Лариса. Спасибо, Ларисе. Угис пишет вам. Ну, то есть пишет нам, но про вас. Где вы выкопали этого мудреца, который утверждает, что депортации были полезными для здоровья? Родриго написал вообще вопрос для политического аналфабета. Назвал, так сказать, свое электронное послание. Если вы нас освободили, пишет он, с танками, но почему с танками на танках и остались здесь? Почему нас обратили в рабство, так еще и колонистов привезли? Ну, не знаю, кого обратили в рабство. По-моему, я уже говорил о том, что уровень жизни в Латвии и в других прибалтийских странах был выше, чем даже в Москве. И если бы Прибалтика была территорией колонизированной, как, допустим, Индия там, или Кения, то, естественно, они жили бы в нищете люди. А отсюда бы только все тянули. Вот, поэтому говорить, что тут какая-то колонизация была. Ну, а насчет колонистов, по существу, понимаете, был восстановлен тот этнический баланс, который здесь существовал до начала Первой мировой войны. Потому что тогда было изгнано очень много русских людей из этого региона. Но они уехали в эвакуацию, русские, евреи. Они бежали от войны, понимаете? А тут сложилась новая ситуация, когда этот регион надо было восстанавливать. В конце концов, многое же здесь русские построили, в том числе так называемые колонисты. Они дороги и порты построили, которыми сейчас латыши пользуются. Так что чего жаловаться? Ну не только латыши, и русские пользуются. Русские и там пользуются. В порту Вентспилса вообще только русский язык звучит. Все докеры, все... Ну это в основном русские там по языку, по национальности люди. То есть, как бы, это ж, ну, хорошо зарабатывают. Ну, если они русские, так было бы странно, если бы они по-латышски говорили, наверное, да? Ну, то есть, вы говорите, не только латыши пользуются этой инфраструктурой? Ну, не только, русские. И русские, которые участвовали в создании этого все, тоже пользуются. Ну, что в этом плохого? Вместе строили, надо этим гордиться, а не жаловаться по этому поводу. Смотрите, совершенно противоположное мнение от Виктора. Я хочу обратиться к вашему оппоненту. Наши правящие, в смысле латвийские, говорят, что они слишком мягко относятся к России. Но у меня же другое мнение. Это Россия относится слишком мягко к Латвии. Хотелось бы, чтобы Россия хоть на один месяц перекрыла границу для бизнеса, чтобы сказали бы наши правящие в этом случае. Вообще, вот, ну, это такой глас народа от Виктора, да, но история с санкциями, да, которые то тут, то там объявлялись, вводились, они вербализировались с господином Рогозиным, когда еще до, так сказать, своей работы в НАТО и до вице-премьерства он был и так далее. Но это все не увенчалось успехом. Бизнес все равно ищет, где выгодней, да, и... Ну, это не совсем так. У нас официально санкции никогда против Прибалтики не вводилось. Против Эстонии были приняты неофициальные санкции, когда там вот этот эпизод с бронзовым солдатом произошел. А тогда просто было сказано ведущим компаниям, что прекратили транзит через Эстонию, но официально на государственном уровне никаких указов или законов принято не было. Ну а против Латвии даже неофициальных санкций не вводилось. Поэтому утверждать, что тут какие-то санкции были, это неправильно. Санкции — это такое оружие обоюдоострое, потому что мы знаем, что в Латвии очень много русского бизнеса. Значит, мы вводим санкции, получается, против своих же людей. Это достаточно глупо. Я считаю, что нужны точечные санкции именно против тех, кто занимается русофобией, кто вредит российской... Вот точечные санкции, как, ну какие вот вы?
Вот есть, есть, вы знаете, у нас в парламенте депутат по фамилии Парадникс Иманс. Просто вот национальная партия и бизнес, вот смычка, да, он довольно таких правых взглядов человек, но у него бизнес. У него вот камины он производит, кладет, продает, там устанавливает. Ну как, вы запретите ему на территории Латвии и Евросоюза продавать камины, сидя в Москве, в Кремле, только потому, что он что-то плохое против русских сказал, как вам кажется? Ну, на территории Евросоюза мы не можем ему запретить, но если бы у него был бизнес в России, мы могли бы на это повлиять. Не пойдет он туда, в Россию, со своим бизнесом, в Европу, хорошо. Мы же не можем все сделать, понимаете? Я говорю о точных санкциях против тех, кто вредит России, одновременно, допустим, имеет бизнес в России или постоянно ездит в Россию. Вон Колеру запретили въезд в Латвию, да, хотя запретили. Он ничего, никакого вреда особого Латвии это и не принес, непонятно за что. Вот. А тут за дело не вводят точечные санкции, а надо было бы. То есть вы такой ястреб путинский? Почему ж я ястреб? Я, например, очень добрый человек. Я говорю, что всеобщие санкции против Латвии не надо вводить. А вы меня ястребом называете. Виктор из Риги. На раззвонок от нашего зрителя. Виктор, прошу вас, добрый вечер. Добрый день. Вы знаете, пока ждал телефонного ответа, пять раз поменял мнение, что я хочу сказать. Значит, вопрос колебался первый. Вместе с линией партии, да, Виктор? Да, да, вы знаете, колеблюсь непосредственно и согласно результатам голосования. Вопрос один. И даже это не вопрос, и предложение. Когда приезжает свежий человек из России, он воспринимается большей частью русских, которые живут в Латвии, как инопланетянин. Насколько человек оторван от тех проблем, от той реальной жизни, в которой живут люди, ну, русские, я имею в виду, я сам русский, я родился в Латвии, русские, которые живут в Латвии. Вот вопрос первый. И вопрос и предложение. Не лучше ли перед тем, как назначать на должность, как, которая будет в России в данном институте отвечать за Латвию, Литву, Эстонию, приехать человеку на практику, неважно в каком статусе, и хотя бы полгода пожить в Латвии, не занимая никакой должности. В общем, такой студенческий туризм для господина Александрова. Студенческий туризм. И этот человек поймет проблемы, поймет, что есть русские, есть латыши, есть евреи, которым даже полезно быть высланным. Перед большими проблемами. И есть возможность сориентироваться и иметь свое мнение, а не являться определенным пропагандным рупором. Да, спасибо большое, Виктор. Вот давайте мы Рависа Дзинтерса назначим на должность начальника отдела, чуть было не сказал, легкой промышленности стран Прибалтики в Институте стран СНГ. Ну? Вот чего Александрова назначили? Ну, я это не воспринимаю как вопрос, это воспринимаю просто как такой наезд совершенно безосновательный. То есть, ну, вы можете отвечать, сказать, что вы... Ну, вы, ну, вот хорошо, вы, ну, как, я понимаю, что, может быть, вы не знаете, сколько литр кефира стоит в рижском магазине, и не должны знать это. Но что вы действительно хорошо знаете, ну, что ли, вот все подводные течения двусторонних политических, дипломатических отношений России и Литвы, России и Латвии, России и Эстонии. Или все-таки это больше, ну, знаете как, наука отдельная, а жизнь, она как-то сама течет своим чередом? Ну, конечно, все подводные течения я знать не могу, и никто, наверное, не знает, за исключением очень узкой группы лиц, но кое-что я знаю. Написала вам Лолита, но подписалась как Лула. Целиком поддерживаю гостя и подписываюсь под каждым его словом. Русские жили здесь веками, и где чья земля, это же вообще большой вопрос. А что касается Евросоюза, думаю, все уже поняли, для чего в Латвии, Латвию в Евросоюз приняли. Но явно не для прагматического развития региона, заботы о населении. В Советском Союзе к этим республикам относились с большим пиететом. А латыш произносили с придыханием, а в художественных вузах была политика поддержки именно национальных кадров. Сейчас в Академии художеств вообще нету русского потока. Конец цитаты. Вот такой вот, вообще, знаете, тут сыпется сейчас, вы
интерес... Не, ну очень, я очень рад, что часть людей разделяет мое мнение. По крайней мере, значит, это свидетельствует о том, что вот что товарищ тут только что говорил, о том, что мне постажироваться бы неплохо в Латвии, это не соответствует. А вы, кстати, вот для чего приехали сейчас в Ригу? Пивка попить юрмальским воздухом подышать? Да, примерно или... так, да. Я вот... Или с научными некими какими-то такими нет, целями? Нет, именно вот пивка попить. Я вот сегодня поеду в Лидо с друзьями, да. Будем пиво пить. Ну, а поскольку уж выпала такая возможность вот у вас в передаче поучаствовать, то почему ж не воспользоваться такой возможностью? Ну, мы, знаете, у нас специальное отдел есть, он отслеживает всех таких прокремлевских политологов, угу. Долго вербует, чтобы они пришли Колеров в студию. А Колеров у вас тоже выступал? Выступал. А, понятно. Да. То есть его после этого именно персонально... Через три дня после интервью в программе министр принял да, решение. Это не очень обнадеживает. Ну, три дня-то у вас есть еще? Да. На пиво хватит? На пиво хватит. С сыром. В музее истории пишет человек, который подписался как Александр Кирштейнс. Не знаю, то ли это тезка депутат Сейма, то ли в прошлом сам в прошлом депутат Сейма. В музее истории можно посмотреть список жителей Риги и торговцев за 13-14 век. Только некоторые русские имена и фамилии, это в основном купцы из Новгорода были, остальные не русские и не славянские, пишет Александр Кирштейнс. Ну, речь-то идет о гораздо более раннем периоде. Это такой 4, 5, 6 век нашей эры, когда этот район был заселен славянскими племенами. И, так сказать, уже потом часть этих славян на самом деле стали латышами. Генетические исследования, которые проведены были в Латвии, свидетельствуют о том, что вот количество русского гена R1A1 здесь соответствует тому, что вот в Подмосковье имеет место быть. То есть многие латыши, которые себя воспринимают уже как полностью этнические латыши, генетически совпадают с русскими. Понимаете, в чем дело? Это как раз и свидетельство того, что мы произошли от единого общего корня. Роман из Лепа и пишет совершенно тоже другое. России наплевать на русских в Латвии. Если бы было не наплевать на русских, давно бы уже со своим авторитетом в мире помогли бы получить русским гражданство. Но, правда, не говорит Роман, какое гражданство России помогли бы получить, или гражданство Латвии, надавив на, соответственно, латвийский политический истеблишмент. Что же эти политологи-то лезут как вши на латвийское телевидение, спрашивает Раймонд, и не выступают на российских телеканалах? Наверное, их туда не пускают. Ну, это неправильно. Я постоянно выступаю на российских телеканалах. Недавно на РБК-ТВ выступал, довольно такой известный, популярный в России бизнес-канал. Да, Александр Любимов, в прошлом бывший взглядовец, руководит им. Да-да. Да. Юлия и Карина пишут, большинство латышей русских просто дружит, а правительство разжигает конфликт, это разве уважение, что у вас есть партия, у нас есть партия националистов. Не буду читать все электронные послания, их очень много, а самое главное, столько людей, сколько и мнений. Спасибо вам большое, господин Александров, за весь этот почти час прямого эфира. И сейчас тоже не признаете оккупацию? Нет. До свидания. До свидания. 227 голосов за первую позицию. Обязательно без покаяния нет прощения. 725 голосов за третью позицию. Латвия должна попросить прощения у России. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра будем говорить о солнце русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. А прямо сейчас вечер новостей Алексей Новак. Встречайте.